И всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня снимаю продолжение сериала нового, который называется «Мой новый друг». И давайте начинать! А, помогите мне! Какое чудо и вправду чудило. Так, я в интернете посмотрела. Если быть точным по мультику, это будет большой Скрилл. Я, конечно, его люблю, но он очень опасен. Ладно, нам надо его как-нибудь тренировать. Так, возьму вот эту мисочку и туда насыплю немножко еды ему. Это вот еда, которую любит. Он у меня немножко есть. Да, я нормально рассыпала. Так, вот сюда немножко его, чтобы мы... Парк пошли, я его потренировала. Хоп, хоп. Достаточно. Так, надо идти в парк. Так, сейчас. Мама! Да, дочь, что-то не так? Мам, можно я пойду со своим драконом в парк? Дочь, а ты чего? Он же там всех... Ой, напугает. Эй, хватит. Мама, пожалуйста. Ну ладно, иди, только аккуратно, чтобы он там никого не съел. Мам, я буду очень аккуратно. В парке. Стой, 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 куда ты бежишь? А, какой ты шалун. Быстрее, за кустики, давай, за кустики, за кустики, за кустики. Ну вот, из-за тебя я должна в этих кустиках сидеть. Тебе-то весело, вот мне не очень. Ой, вон там яблочки продают. В карамели, мои любимые. Ладно, пойду себе куплю яблоко. А ты сиди за кустами. Так, это на потом. Вечером, когда продавщица уйдет из парка, мы пойдем тренироваться. Так, пока надо... Пойти. А, вон и продавщица. Заходите, свежие яблочки, вкусные. Заходите, покупайте свежие вкусные яблочки. Заходите. Здравствуйте. О, здравствуйте, ваше высочество. Вы удостоили меня честью, чтобы я вам яблоко продала? Да, просто я очень проголодалась и захотела отведать сочного яблочка. Ой, это просто чудесно. Какое вы хотите? Яблочко, простое яблоко в карамели, посыпанное глазурью. Просто яблочко, вот у меня сколько яблок. Какой-нибудь десерт из яблока. А можно мне одну... ладно, давайте мне, пожалуйста, два яблока. Два? Но вы одна. Да просто у меня такой аппетит, что хочется два яблока. Хорошо. Сейчас. Вам красных или зеленых? Давайте один красный, один зеленый. Одно зеленое, точнее. Держите. Да, спасибо. Вот держите деньги. Все. Заходите к нам еще. Ой, да, заходите. Ой, да, спасибо. До свидания. Так, кустики, кустики, кустики. Ну что ты там? Как ты там? Ах, ты какой обжорливый. Ладно, вот тебе красненькое. Ой, яблочко укатилось. Сейчас. Тебе яблоко принесла, а ты бы мог мне и похвалить. Какое вкусное яблоко. Ты что все роняешь? Аккуратно. Ваше Величество, где вы? Блин, тихо, так, 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 так. Что же мне делать, что же мне делать? О! Так, давай съедай яблоко, и мы бежим отсюда. Да быстрее давай. Так, стой тут, я сейчас выйду. Да, вы меня звали... миссис... Меня зовут миссис Эпплджек. Да, вы меня звали. А где вы? А вот и так гуляю. Там за парком, где кустики.
Вон там кустики, вон. А, понятно, а то я думала, вы где-то исчезли, а то говорят по городу. У нас есть ученый один, он обнаружил драконье логово и взял оттуда яйцо. И когда это яйцо доносили по воздуху, оно упало куда-то. Упало? Да, понятно. Просто я поняла, надо его остерегаться, да, этого дракона. Ну, этот дракон такой же, наверное, как в мультфильме «Капричи дракона» этот. Скрил? Откуда вы это знаете? Да я мультик смотрела. Понятно, ваше высочество. Ну, вы остерегайтесь, а то он может быть где угодно. И, кстати, по прогнозу ученый сказал, он уже вылупился. И он так опасен. Но не каждый его сможет, как можно сказать, поймать и приручить. Да? Правда? Да, я поняла, мне надо идти. Где кустики? Там я ничего не видела, там ничего нету. Точно? Да, точно. Я пошла. А вы, кстати, уже должны уходить, так как уже парк закрывается, да? Действительно, да, и я как раз сейчас вот ухожу сейчас. Все поставлю. Ага, не падать. Я уже ухожу. А я еще тут останусь. Вы аккуратнее, я же вас предупредила. И буду очень аккуратно. Все, до свидания. Ой, до свидания, до свидания. Ой, все, до свидания, до свидания. Ой, фу. Эй, как его там? Как бы мне этого дракончика назвать? Молния, нет, это как-то не так, но это мальчик или девочка, еще надо узнать. Она. Дракон, иди сюда. Только не кусты. Ты сама все кусты. Ладно. Кусты это еще ладно. Главное, чтобы тебя какой-то ученый там не нашел. Да, хороший дракон. Ой. Так. Так, стоять. Все, какой ты красивый там. Скрил. Может, тебя так и звать? Нет, надо тебя как-нибудь по-другому назвать. Ха-ха-ха-ха-ха. Дракончик это не так как-нибудь. Безумик это тебе не подойдет. Дружок. Да, ты как раз очень похож на собаку. О, вот дружок. Здорово. Ваше величество. А, что делать? Так. Вверх. Вверх. В кустики. Ваше величество, вы там что-то кричали? Я? Нет, конечно же, вы что? Блин, продолжение следует.